О всеблаженнее Отче наш Амфилохе, земные ангели и небесные человечи, припадаем к Тебе с верою и любовью и молимся прилежно. Яви нам, смиренным и грешным, святое свое заступление, всебо грех ради наших неимом и дерзновения, просите о потребах наших, Господа и Владыку нашего, но Тебе, молитвенника благоприятного, к Нему предлагаем и просим Тебя со усердием многим, и спроси нам от благости Его благопотребные дары душам и телесам нашим, веру праву, любовь ко всем нелицемерну, злострадание к терпению, тяжкими болезнями одержимым, от недугов исцеления, под бременем скорбей и напасти неудобоносимых, падающих и жития своего отчаявшихся, Твоими молитвами получите скорое облегчение и избавление. Не забуди блаженней очи и обитель сию святую, в ней же подвязался си, присно Тя чтущую, но соблюди ее и всех живущих и подвязающихся в ней, и на поклонение в ню приходящих, невредимыми от искушений дьявольских и всякого зла, их даже приспеет наше от временного сего жития отшествия и к вечности преселения, не лиши нас помощи Твоя небесная, но молитвами Твоими всех нас приведи, пристанище спасения, и наследники яви нас быть и всесветлого Царствия Христова, да поем и славим неизреченные щедроты, человеколюбца Бога Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоей вкупе с преподобным Иовом, отеческое заступление во веки веков.